Здравствуйте! Вас приветствует Тамара, ведущая новостей, на канале Лига Мьюзик Варс. В нашем игровом мире произошла трагедия. Известная группа, влюбленная в мечту, распалась. В составе управления произошли изменения. Каролина сказала, что все решать будет одна, и любые несогласия не подлежат обсуждению. Это не понравилось многим игрокам в группе. Ранее в группе было голосование и обсуждение дальнейших действий развития. Топ-12 уровней цензура. Выступил против к нему, присоединилась половина состава, и они покинули группу. Сейчас они перешли в слабо известную группу Toxic City. Это первый сильный раздор в топовой группе. Все подробности точно неизвестны, возможно, они не хотят обсуждать разногласия на публике. Эвент «Война машин» покажет, кто же теперь будет топом. Для игрового проекта хорошо, что донатная группа разделилась и теперь будет проще играть. Верные одногруппники будут воевать против друг друга. С вами были срочные новости Мьюзик Варс. Пишите, что вы думаете в комментариях.